Серьезная оборона. Видимо, там внутри их святилище. Эшли. Привет, чужак. Привет. Что покупаем? Тебе важнее день, больше не меньше, верно? Приходи в любое время. Привет. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Хорошее оружие компенсирует недостаток навыков, друг. Забирай. Запасаешься, пока можешь? Разумно. Я доброго пути. Thank you.
Да? Еще? Серьезно? Не открыть.
дороги. Ha ha ha!
сопротивляться. Хорош кривляться.
Ингрей! Ребята, сколько вас вообще? Крут. Вернемся на базу, проставлюсь. Знаю один славный бар. Да, приднись немного. Сейчас спущусь. Сдохнешь следующим.
Что за хрень?
О, только лучшие товары. Привет. Что могу предложить? Хорошее оружие компенсирует недостаток навыков, друг. Регулярный уход и забота. Без этого никак. Забирай. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Нам все равно, рубины или рванина. Разница лишь в цене, которую мы славны. Только это... Привет! Итак, чем я могу тебе помочь? Готов купить почти все. Спасибо. Гарантирую, эти деньги отобьются с лихвой. За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие – грань между жизнью и смертью. Если хочешь остаться в живых, попробуй-ка это. Держи, попробуй. Приходи. И в любое время. Выбери место, откуда сможешь прицелиться. 3, 2, 1. Огонь!
Давайте дальше. Привет. О, что покупаем? Хорошее оружие компенсирует недостаток навыков, друг. Да. До встречи. Пушки. Игрушки рифмуют не зря, чужак. Encontrado. Почти все. Эшли, я скоро. ¡Acubierto!
За куберту! Да сколько вас вообще? Yeah.
Привет, чужак. Привет. Я продаю много отличных товаров, чужак. Удачи тебе, чужак. Плёх. Ты только там не убейся. Эшли!
здесь, дитя мое. Что тебе нужно? Я лишь хочу поделиться этим даром со всеми людьми на Земле. Весьма скромное желание. Видишь ли, мы все связаны посредством святой плоти. И твоя кровь, и кости, и даже твои мысли уже срослись с нашими. Херван. Зачем ты отвергаешь благо? Просто прими этот священный дар. Как сделала она. Седер! О да! Пришла пора этому ягненку войти в нашу паству! О, да светится же он и да будет искуплен! Ликуйте все! И да будет так! Лаборатория Б. Кажется, нам сюда. Что за хрень? В этот раз все будет иначе. Сначала ты. Нет уж. Говорил же, я верну тебя домой. Была, не была.